сегодняшнем видео мы поговорим о Wi-Fi роутере TP-Link, который может стать отличным решением для дома или маленького офиса. За последние недели я активно использовал этот роутер и теперь готов поделиться с тобой своими впечатлениями. Рассмотрим его технические характеристики, производительность и удобство использования. Получилось много интересного, так что оставайся со мной, чтобы узнать все детали. Перейдем к внешнему виду и конструкции роутера. Его компактные размеры всего 120 на 120 мм при толщине в 27,9 мм делают его идеальным вариантом для тех, кто ценит минимализм и не хочет, чтобы устройство занимало много места. При таких размерах его легко разместить где угодно в квартире или офисе, не беспокоясь о том, что он будет бросаться в глаза. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины, а также специальный скидочный промокод, который поможет приобрести роутер с максимальной выгодой. Это отличная возможность обновить свое оборудование и сэкономить. Давайте подробнее рассмотрим ключевые особенности этого Wi-Fi роутера, которые делают его настоящим выбором для современного пользователя. Сначала стоит отметить поддержку двух диапазонов – 5 ГГц с максимальной скоростью до 867 Мбит в секунду и 2,4 ГГц, которая достигает 400 Мбит в секунду. Это обеспечивает отличную скорость и стабильность соединения в зависимости от ваших потребностей. Роутер оснащен одним гигабитным портом WAN для подключения к интернету и 4 гигабитными портами LAN для подключения проводных устройств, что идеально подходит для интенсивных игровых сессий или стриминга высококачественного видео. Особое внимание заслуживает поддержка современных технологий, таких как MUMIMO, которая позволяет роутеру обслуживать несколько устройств одновременно, удваивая производительность сети. Технология Beamforming фокусирует Wi-Fi сигнал прямо на подключенные устройства, обеспечивая более мощное и стабильное соединение. Режим точки доступа и технология Smart Connect делают использование сети еще более гибким и удобным, адаптируя подключение под конкретные потребности пользователей. Технология EasyMesh предоставляет возможность создать единую Mesh-сеть, что особенно актуально для больших помещений. Управление настройками роутера упрощено благодаря приложению TP-Link Tether, которое позволяет быстро настроить сеть прямо с вашего смартфона. Этот роутер обещает не только высокую производительность, но и удобство в каждодневном использовании, что делает его отличным выбором для дома или малого офиса. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Не пробивает через два бетонных перекрытия. Плотно оклеенные антенны. Отсутствуют USB разъемы. Нагревается. Плюсы. Компактный размер. Стабильный сигнал. 4 антенны. Гигабитный Ethernet. Патчкорд в комплекте. Простое управление. Без зависаний и глюков. Крепкий пластик. Гигабитные порты. На этом мой обзор подходит к концу. Не забывай, что в описании под видео ты найдешь полезные ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Буду рад услышать твое мнение о роутере в комментариях. Если тебе нравятся мои видео, подписывайся на канал и ставь лайк. Это помогает мне делать больше интересного контента для тебя. До скорой встречи!